Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. У меня очередная распаковочка, которых очень долго не было на моем канале. Но вы не переживайте, распаковочки никуда не пропали, они обязательно будут. И вот одна из них. Эта посылка пришла ко мне с Украины. Шла она где-то 3 недели, заказывала материалы для ногтей, естественно, на сайте avdeeva.pro. Решила попробовать эти материалы, очень хорошие о них отзывы. И вот заказала большую партию. Также заказала две фрезы, чуть позже я вам их вблизи покажу. Вся эта посылка обошлась мне в 130 евро и также доставка 33 евро. Как я говорила ранее в видео, что доставка в Италию из Италии очень дорогая. Посмотрите, вот эта маленькая коробочка, 33 евро доставка. Один плюс, пришло все очень быстро, где-то за 3 недели. Очень популярны вот эти две фрезы, бочка, красная и синяя. Я их еще пока не тестировала, поэтому ничего вам о них рассказать не смогу. Первое, что мне попадается, это две базы, одна каучуковая и одна обычная. Как заявлено на сайте, разжиженная база. Первую рассмотрим разжиженную базу, стеклянный пузырек, очень приятный, солидный, все хорошо закрыто, кстати, ничего у меня не пролилось. База с жидкой консистенцией, она мне понравилась нанесение, она в принципе предназначена для тонкого только нанесения, но и для легкого выравнивания, если твердые от природы ногти. Приятный сладкий аромат и очень приятная кисть, ею очень удобно работать. Я ей уже пользуюсь, но пока что не возвращались девочки с этим покрытием, поэтому не знаю, как относилась. Следующую базу давайте рассмотрим, каучуковую. Пузырек одинаковый, только по консистенции она уже намного гуще. Посмотрите, какая густая. Вот эта база предназначена для укрепления ноготков. Также я уже покрывала ноготки, и мне понравилась она в работе. Дальше рассмотрим два топа, один матовый, называется топ Вельвет. У матового топа приятная консистенция, мягкая кисть и он не густой, такой жидковатый, очень хорошая консистенция, также уже работала, но не видела, как относились. И еще один глянцевый топ без липкого слоя. Матовый, кстати, тоже без липкости. И для базы вот этой разжиженной я заказала вот такое пополнение в виде 30 мл, чтобы потом просто доливать. Также заказала и для каучуковой базы, и для глянцевого топа. Набрала я кучу материалов, хватит мне надолго. Следующее, что мы рассмотрим, это универсальный гель. Это гель для наращивания или укрепления, только вот в таком вот варианте, в таком бутыльке, и он идет более жидкий. Я очень люблю жидкие материалы, в том числе гели, я всегда их развожу базой, но вот этот гель мне очень понравился, у него идеальная консистенция. Я заказала в двух оттенках, вот такой нежно-розовый, он на ноготках вообще полупрозрачный, его этого оттенка даже незаметно. И также я взяла большую банку 30 мл, чтобы потом просто доливать. Но я еще взяла еще один гель, такой же, только в другом оттенке, более бежевый. По консистенции они абсолютно одинаковые, но именно с этим цветом я еще пока не работала. Также для каждой баночки 30 мл идет вот такой дозатор, очень удобно. Решила попробовать цветные гель-лаки, красный под номером 1, он идеально красный, ложится тонко даже в один слой. Я не стала выкрашивать топ от Авдеевой на типсе, поэтому перекрыла обычным топом с AliExpress. Ну посмотрите, какая красота. Еще один гель-лак номер 3, это белый цвет. Белый в один слой не уложить, нужно 2, но тонких, 2 уверенных слоя. Тоже хороший плотный цвет. Хотела заказать еще черный, но на момент заказа его не было в наличии. И напоследок я оставила камуфлирующие базы с шиммером и без шиммера. Сначала вам показываю без шиммера, вот такой плотности. Камера чуть-чуть съедает цвет, но не сильно. Базы без шиммера немножко отличаются консистенцией, они густоватые, но самовыравниваются. Посмотрите, я даже не помогала тонкой кистью. У всех баз очень удобная кисть, она мягкая, прогибается и очень хорошо делать ею выравнивание. К
Конечно, чтобы протестировать все эти материалы, нужно немного времени, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Вот так выглядит база без шиммера. Очень красивые нежные оттенки можно подобрать под любой тип кожи. Дальше хочу показать вам, как выглядит на типсах этот универсальный гель. Это розовый оттенок, как и говорила ранее, его почти незаметно. Консистенция просто шикарная, посмотрите, он выравнивается просто молниеносно. Если честно, мне было очень жалко выкрашивать такие дорогие материалы на типсы. Но я же должна вам их показать, поэтому пришлось пожертвовать. Вот так они выглядят на типсах. Вообще их незаметно, очень маленькая разница между ними. И напоследок давайте рассмотрим базы, камуфлирующие с шиммером. По консистенции они более густые за счет своего шиммера, но также выравниваются очень хорошо. Виктория Авдеева говорила, что эти базы можно наносить даже без прозрачной подложки на ноготок, на чистый, потому что в них уже содержится бескислотный праймер. Держатся они очень хорошо. Я вам ничего сказать не могу, так как я эти базы еще не тестировала. Кто уже пользовался этой продукцией, напишите, пожалуйста, в комментариях свое впечатление. Думаю, всем будет очень интересно почитать. Очень сильно хочется все это попробовать, но у меня только две руки, и я не могу это все тестировать просто на себе, поэтому буду тестировать на подружках. Все цвета баз очень красивые, хорошо пигментированные и хорошо просыхают в лампе. Вот так выглядят все 4 базы с шиммером. Я сейчас при монтаже плохо вижу этот шиммер. Я надеюсь, вам на камере лучше видно на ваших экранах, потому что шиммер очень мелкий, серебристый, очень красивый. А вот так вот выглядят все цвета вместе. Я надеюсь, вам понравилось такого рода видео. Если да, то жмите пальчик вверх, мне будет очень приятно. И всем до скорой встречи. Пока-пока!